Депутат городского маслихата Муса Хайрулиев прокомментировал сюжет, вышедший вчера в эфире телеканала «Атырау». Он выразил свое несогласие со словами руководителя городской электросети «Атырау Жарык» и отметил, что работы ведутся бессистемно. Перебои электроэнергии – это актуальная тема, поэтому ответственные лица должны принять соответствующие меры, обратив внимание на заявление жителя, говорит он. Депутат отметил, что в дальнейшем эта проблема, волнующая общественность, будет рассмотрена и на Как депутат городского маслихата, я открыто выразил свое мнение по поводу материала, который вышел в эфире телеканала «Атырау» и опубликовал это на своей странице Facebook. «Атырау Жарык» не ведет должным образом свою работу, что вызывает недовольство у населения. Ведь данная организация снабжает нас электроэнергией, берет оплату за использование электричества. И до этого времени жители выражали свое недовольство. Данная проблема будет поднята на сессии маслихата и будет проведена соответствующая работа.